Бирюлёва – это, безусловно, трагическое очень событие. Оно вывело в повестку дня национализм. Национализм, я напомню, это единственная вещь, которая может сейчас, в ближайшее время, дестабилизировать ситуацию в России. О том, чтобы здесь русский пошел на татарина или на кавказца, а кавказцы там пошли на русских, мечтают все враги России, находящиеся за рубежом в Англии или в Америке, или в Саудовской Аравии они находятся. Они давно уже мечтают, чтобы русские боролись против мусульман, а мусульмане против русских, то есть чужими руками, значит, загребать жар, что называется. Да? И вот это событие, к сожалению, сделало так, что всплеск стихийного национализма возник. Поэтому оценивать его можно только негативно, и я бы хотел, чтобы оно ушло из повестки дня. Попытка бороться с национализмом, обсуждая проблемы национализма, безусловно, является вредной. То есть это все равно, что чесать там, где чешется. Тебе кажется, что вот у тебя чешется, ты почесал, и все пройдет, на самом деле ты расчесываешь дальше до коросты. Вот чем больше мы говорим о национальных проблемах, тем более какую-нибудь позитивную такую водичку, типа вот нужно жить мирно, давайте жить дружно, как кот Леопольд, это ничего ни в коем случае нам не даст. Должна быть просто новая повестка дня предложена, которая будет людей как бы вдохновлять на поиск чего-то общего, а не искать различий между собой.